Да, зимний сад Питера. Заставки Яндекса как приглашение певца пророк Санбоя в Питер. Давно я там не был. С 1988 года, как вот к Цою ездил. Жил там у матери его. Ну вот он, Питер. Да. Слушай, что я тебе, слушай, что я скажу. Не для красного слова. Скоро грянет весна, и в этом же, в этом саду жди меня половине восьмого. Ты меня только жди, я обязательно приду. Сильная вещь, жди меня половине восьмого, я обязательно приду.